Немножко недоработка получилась. Ох. Муван. Ну ладно. У нас есть запас, поэтому. Демонов зачем отдал? Ну блин, ну демоны снимали ответку. Хотя да, после последним ударом можно было и не отдавать, я согласен. А все равно получили, одни получили ответку, другие нет. Так. Ага, ну, в принципе, мне мифалы и мувы не нужны, поэтому будем мифалы передаваться. Можно было, кстати, последнее масло не тратить, потому что жалко. А, минотавры убежали. Нетушки. Блин. Могло быть и хуже. Блин, придется с гогами лезть в эту. Что-то я не подрасчитал. Какова вероятность, что нам зайдут, что в улики зайдут две морали и сожрут мифалу? Блин, а можно было, кстати, не тратить, не брать вот эту херню, а просто от воров разбиться и не рисковать. Ну, блин, мы же любим рисковать. Хотите ли вы отступить? Да, хотим. Пятерых убили, морали не было, да? Да, блин, жалко, конечно, этих гогов. Жалко, конечно, но, блин. Нет, мы, наверное, все-таки вот что-что гогов я пожалею. И у меня это будет. Вот единственное, что мне ГО пробьет. А я буду еще этим растранжириваться. Так. Power. Можно было мифалы взять. Так. Вон еще ГО, кстати, найдено. Так, что мы сейчас можем успеть собирать еще цепочку, кстати. Цепочками.
Так, мы пополняем ману, и на следующий ход уже становимся здесь на разгоне, в принципе, как планировали. Так. Что можем еще доесть вкусного? Героя купить надо. Так, все правда, микрофон Г. Ну, блин, чем богаты, тем и рады. Прости, братан, что не позаботился о микрофоне. Так. Принципе, мне вот, наверное, вот этот герой не нужен. Или Розик. Наверное, Розик можно уволить. Кстати, Мифала проходила, могла щит выучить. Обидно. Пропустили. Так, Калх вывезет все до замка. Пусть так будет. Не, на самом деле, что с битрейтом, что ли, плохо? Качество, что ли, задерживается? Да битрейт вроде 2700 у меня пока, 2500, 2700 вот так вот показывает. В принципе, не самый плохой, по-моему, битрейт. Ну, с микрофоном. Микрофон, конечно, говно, понятно, но... Ну, жить можно. Так... Ну, знаешь, вот сила армии, она очень слабо оценивает силу скелетов. То есть там может быть, допустим, 500 скелетов, а гильдия воров будет все равно считать их слабее. Она реально может так считать. Поэтому хрен его тут знает. Мне вот единственное, что можно было вот это вот как-то прихватить, но оно не стоит того. Нагабанк возьмем вот этот, улики возьмем. Принципе, у нас будет даже не один, а два хода, чтобы все это подзачистить. Поэтому.
Ну и как планировали, на 1.25 с полного разгона в центр. Конечно, не темп, но тем не менее, зато уже выйдем прям упакованные, можно сказать. Фулл мана. Ну как фулл мана, 40 маны. Сложно фулл мана назвать, но тем не менее, это лучше, чем без маны, потому что выходить в центр без маны, это... Хорошо, что еще в конце не накосячили, а то могли. Можно сказать, скачать версию Вог с русификатором. Слушай, ну вот насчет Вога я тебе вообще не могу ничего сказать. Там Вог играл, ну, очень давно. Но поищи какие-то официальные группы Вога ВКонтакте, там может быть. Я думаю, что скорее все такие группы есть. Там, скорее всего, найдешь. Ну, а так ничего больше не могу подсказать. Утопу сейчас выезжать. Утопу зависит от количества уликов. Я не могу сказать, надо, нужна ли мне эта утопа сейчас. Не знаю. Может быть, да. Но опять же, я еще щит не проучил. Это плохо было. А у меня свитки шилд есть? Кстати, надо посмотреть, где свитки все. У Эдрика щита нету. Вот щит был вот здесь. Мифала прям рядом проходила. Можно было как-то потратить 100 мувов и зацепить его. У других героев нету свитков. Есть свиток Блэса. Дальше щита нету. Ну, я не знаю, мне нужна ли мне эта утопа сейчас? Ну, не могу сказать. Сейчас у нас получается 24 вивы, да? 24 до 16. Ну, то есть, если здесь будет, в принципе, на 40 ули, на 40 уток, почему бы нет, да? Чего бы ее не забрать, действительно, халявную утопу? 4 ангела, 40 уток. 9 ифритов. Должны там как-то раскромсать ее. Ну, вот плохо Аджора нет, вообще никакого Аджора. Вот вообще ничего нету. Гогов не хочу на Аджор пускать. То есть тут уже все выкуплено. Три пита там осталось. Гнали, но это не Аджор, это так единички. Даже единичками их не назвать. Посмотрим сейчас. То есть, в принципе, я этим ходом могу утопу бахнуть. То есть, по цепям у меня получится все добрать, вернуть, бахнуть. Замков у него не прибыло. Мне папашки, кстати, забыли напомнить, чтобы я посмотрел обзором. Ну, хотя маны нету. Папашки все вспомнили. Надо посмотреть, далеко ли эти города. Вначале ход надо не забыть сделать. Почему темницы редко? Да нет, на самом деле темницы играют часто. Если дают, темница один из сильнейших замков, на мой взгляд. Причем
на многих шаблонах. Топовых и топовый замок. Поэтому, если есть возможность играть за темницу, я думаю, многие играют. А Инферно башня это так. То есть тут идет как? Замки черкают. То есть вычеркивание происходит. Кто-то может вычеркивать только сильные замки, кто-то вычеркивает слабыми. То есть либо играют сильный против сильного, или слабый против слабого. То есть Инферно играет с башней, с цитаделью, там еще с чем-то, а темница бьется против Конклюкса. Да, в начале этого хода надо сделать будет. Все равно мана одна прибавится. В утопу все равно мы ману не нет. Кстати, а где Гундула? У нас есть герой с щитом, с магией щит. А, нету. Есть медлительность. Есть Калит. Ну, можно, конечно, Калида разбить и переучить щит. Можешь вкратце рассказать, как вначале катать за темницу. Да тут ничего сложного. Берешь шахти, покупаешь второго героя, грейдишь троглодитов и пошел. Больше ничего не требуется. Там все пробивается очень легко. Можно даже замок не строить. Там построил глаз, там еще что-нибудь. Если есть какая-то нычка, то захватил на первой неделе, построил портал вызова. И все, и вперед. То есть в идеале какую-нибудь нычку, если минотавров, глаз. Ну, конечно, драконов. Все. Больше ничего не требуется. Если есть заклинание блага. Слушай, Сладыш, я не знаю, вот брать утопку сейчас или нет, но я посмотрю, сколько уликов будет. В принципе, могу да, взять утопку. У меня есть грамотность у Гундулы, да? Мы можем щит переучить. Щит есть. Щит есть вот здесь. Мы его можем выучить. Непонятно, правда, где. Ну, может, об ящеров разобьемся и переучим щит. Все равно там ногобанки. Ну, в принципе, да, ногобанки там что-то отобьют по деньгам. Мне, в принципе, уже не жалко ресурсы, я их даже могу стрейдить, 2500 потратить. Ты, наверное, прав, щит не повредит. Единственное, что немножко тут не подрасчитал, тогда получается с цепями. Калхам назад придется сыграть. Ну, не так страшно. Где у нас Кадберт? Кадберт. Может, здесь щит? Нет, здесь обзор воздуха. Все можно и разбить будет эту Калиду. Так. А здесь мы тогда сыграем Калхом назад немножко. Все. Всем привет, папашки, кто подгребается.
нету, нифига. Все ресурсы затрейдили, ну, не суть, важно. Щит переучили. Калида, не хочу увольнять. Лошок с поиском пути мне в центре пригодится с разведкой. Почему нет? Не оставить. Факты отдадим. Ой-ой-ой. Сколько всякого говнища здесь. Ладно, артефакты отдать, там разберемся. Так. Ага, надо богов. Гнолей возьмем. Ну и нормально. В принципе, у нас даже хватает, чтобы на этот ход выйти. Тупо сломать ГО. Так. Мы как хорошо деремся. Какая утопа, мы тут даже этих не можем пробить. Да. Всем привет, Тань, привет. Так. И так сойдет. Да твою мать, чего делать-то? Прикалываются, что ли? Не дурно.
критов надо бы взять. Мораль там нормальная. На эльфов мы не полезем. Так, ну что, 39 виверн. Полезем ли мы в утопу? Так. Да, думаю, можно смело. Наверное, не надо. Тут аджора просто нет. Так. Давай сейчас сделаем просмотр. Так, а нам пидолить до замка так-то нормально, да? И вот его респ, он тоже пойдет отсюда, да? То есть вот у нас замок общий. То есть в принципе-то так-то нормально. Утопку можно, кстати, прихватить было бы. Вообще не помешало бы. Давай зайдем. Маленькая. А что ты единичек не взял? Ну это считай, эфриты погибнут сразу здесь все. Вот маленькую как раз вот не хотелось бы, там ради говна артов. Ну я же, ну все же знают, что у нас вивы там сейчас моралиться начнут. И мы тут всех съедим. Угу. Thank you.
Так, что, ангелы нам сейчас едят? Ладно. Не съели, смотри-ка. Вот сейчас моралечка-то должна заехать. Слушай, он терпит. Он просто бог. Я даже может его отхилить по старой дружбе. Но мы столько не отхилим, наверное. Да, боюсь, что этого не хватит. Ну и не так плохо, как могло бы быть. Вот, наконец-то воду завозят. Ну да, артефакты, как обычно, говнецо. Что-то надо купить по такому случаю. Собак, что ли? На единички. Мне, кстати, единички нужны. Может быть, организовать вывоз единичек вместе с каким-то героем. Кстати, хорошая идея. А, у меня единичек организовал вывоз, у меня бесы есть. Лол. Ну бас, короче. Ну не знаю, мне кажется, не стоило у топа таких заморочек. А Джора не было, реально. Ну зато теперь бабло есть. Шапка есть, кстати, 9 СП на ГО тоже очень хорошо пройдет. Да, ангел, конечно, затерпел на 8 хп, просто красавчик. Спасибо. Спасибо всем. Смотрит, кто желает удачи. Надо не забыть сейчас золотой лук взять. Все, вот это можно подсобрать. Ну и все, нам на респе больше делать особо нечего. Можно, кстати, так вот, нет-нет, да гильдию начать отстраивать. Там, правда, ресурсы, некоторых ресурсов не хватает. Но вот кристаллы есть. Сера есть, ртуть валяется. Рынок есть. Можно заморочиться. Мефали раздали мудрость, что бы не поставить. Хотя бы до 4 этажа, вдруг нет-нет, таун-портал там какой.
Да, Мефала, конечно, сказочно просто затерпела. Ну, тут до центрального замка еще идти-идти вот так-то, если рассуждать. Кстати, можно дьяволов построить, если ртуть найдем. Надо было импятинку, так, импятинку прихватить. Сейчас я, может быть, кстати, передам виф, чтобы импятню прихватить. Тоже не помешает. Ртуть. Если дьяволов строить на этой неделе с замком. Тут надо еще добрать. Сюда можно кого-то отправить, что-то пособирать. Мичечку бы как-нибудь. Ну это ладно, это уже совсем другое. Другая история. Да, папашку надо в центр подтащить. Мамашку. Ну, по цепи можно, ну посмотрим, потребует ли этого ситуация. То есть, может быть, и нам, нам всю армию туда цепями тащить, как бы совсем не камильфо. А где гноли? Гноли сдохли в улике. Ну, до утопа они, к сожалению, не дошли. Утопу можно было взять гогов на отжор, но гогов жалко. Я гогами буду сейчас вот этих расстреливать. С золотым луком. Хотя там смешной дамаг будет, конечно, там весь дамаг будет от виф идти. Сейчас еще единички импов довести, потому что в так, на джебе очень часто такая ситуация возникает, что ты вышел в центр, у тебя есть ударный стек, но у тебя тупо нет единичек. И это влечет за собой колоссальные потери просто. Потому что единички на джебе это просто, ну, как воздух они нужны. Привет, Редди. Не, ну гоги с золотым луком хорошо, но для меня вообще стрелки, которые без стрельбы, без навыка стрельба, они даже гранды не очень хорошо стреляют. Рэди всех вылавливает оппонентов по чатикам. Кстати, если кто помнит, вчера мы играли на стриме арену, Хейсик, локом бодренько так начали. Ну, хотел я взять E12, но не получилось. Взял всего 10 побед. Там маг с имбой мне не дал. Два раза подряд одному и тому же оппоненту проиграл. Там у человека две легендарки, дробитель и трогзер. Еще Малигаса с портала и Флейм Страйк на 9. Там вообще жизнь была.
Ох, нам неторопливо идет ход. Выкинем и выкупим половину. Половину почему, чтобы не залить. Зачем я так буду делать, кстати, мне лучше так проще будет. Целых квир тут. Единички всех мастей, не говори, точно хватит на все. Единички еще сморалиться будут. Так, сохраним на всякий случай. Мало ли дисконнект такой. Так. Комп изи тут вынес. 4 ангела всего отдал, так изи вообще.
всего два коня. Сколько вивы сняли? Вивы 6 убили. Ну и хорошо. Как они его еще не срезали? Так. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Прекрати. Неудачно получилось. Ну давай, ладно. Фу, блин. Знатно, конечно, подосрали они мне. Это еще если масло кончится этим следующим раундом, будет вообще жить. Не кончилось. Так. Удачу взять может. Так, это книга. Что за книга? Ну ладно, нам не до книг сейчас. Вы, ребята, не это. Ничего нет, не попутали.
Не, не надо было, это невыгодно было после коней брать флажок, я больше потерял. Так. Да, это книга земли. В принципе. Фу, блин. Не вытащили. Жалко. Угу, хватает. Открыть тюрьму. Значит, мы этим и воспользуемся. Тут тоже бой будет непростой. Так. Почему я не снимаю ответ? Так, уволить кого-то срочно. Ого. И поиск пути. Вот ты, наверное, книгу пойдешь брать земли. Не факт, конечно же. Так, но он пока еще не вышел. Пойдем, значит, просто замок возьмем в следующем ходу.
Ладно. Гильдию. Пока не забыли. Так, оппонент пишет, что ему скоро надо будет уйти. Кстати, очень хорошая коробочка на за нагами. Если наг там нормально. Что-то я даже тут не разделил никакие единички. На случай там лошок какой-то подбежит. А Аделаида, конечно, крутая тетя получилась. Ничего не скажешь, действительно. Поправила. Так. Если эфриты тоже очень хорошую коробку охраняют. Сейчас надо будет его взять. Ну и замок сесть, там ману пополнить и все. Закрепить тем самым преимущество. Книгу успеем взять. Вот правда. Книга, вот сразу ломиться за то, что взять книгу, это... Мне кажется, неправильно было. Причем 10-19 драконов поди еще убей. Это же не какие-то гидры там. Так. Небольшой перерывчик. Так. Слушай, ну а темповать куда? Темповать слиться на эфритах, на нагах, на чем? Просто пока непонятно, куда ее можно пристроить. Здесь вообще, если честно, так скажем, не особо я вот вижу, на что можно кинуться. То, что вот есть объект, хороший, очень хорошая коробка с эфритами, есть неплохая, наверное, за нагами, смотря сколько наг, опять же. Потому что, ну, наги, они очень большое value имеют. Если 20 наг просто чисто за одну коробку, хотя нет, тут еще что-то какой-то артефакт охраняет, поэтому, наверное, можно все-таки даже трэш. Здесь есть книга земли на случай какого-то отступления. То есть, ну, первым делом сейчас надо пополнить ману. Может быть, сейчас, кстати, еще нам дадут городской портал здесь или что-нибудь хорошее, может быть, за счет этого поконтролим еще. Вот, но с 10-19 золотыми драконами как-то связываться мне, честно, стыкотно было. Ну, можно было, конечно, мифалы, но а так они там покусают. Они еще там охраняют нычку. Если не ошибаюсь, еще была вот здесь болотная зона. Так что у нычек больше value, охраны сильнее. Как же посмотрим? Просмотр земли есть? Да, я уже все посмотрел. Оппонент вот здесь ты огнул где-то. То есть оппонент должен выходить вот так. Ну, судя по всему, оппонент еще не вышел. А мы, в принципе, как и обещали, на 1-2-5. Темпанули, вышли. Темпанули в кавычках, конечно, но тем не менее.
Да понимаешь, не хотелось мне темп тратить вот сюда сруливать с дороги, чтобы. Понятное дело, что она убьет драконов легко. Ну как-то не знаю. Мне хотелось скорее замок занять. Хотя, если я бы взял сюда и вышел бы, я, наверное, успел бы до замка на следующий ход. Я про то, что ложком сейчас забрать эту книгу. Ложком с поиском пути каким-нибудь. Может быть, даже Аделаидой. Если сейчас построим, допустим, вышку, дадут городской портал, его можно будет тупо переучить. Его можно будет просто вот гундулой, можно будет взять и переучить городской портал. С тактикой мы хоть на ком разобьемся. Ну как, я насчет городского портала, конечно, так. Больше прикалываюсь, но тем не менее все равно заслуживает отдельного рассмотрения такой вариант. Вот это очень хорошая коробка. Вот я думаю, что вот это приоритет сейчас. И замок ману пополнить. Все. То есть после того, как у нас будет фул мана, какую-то боевую магию мы, может, получим здесь. Может быть, взрыв получим на пятом этаже. Может быть, армаг даже на четвертом. Но армаг так себе, конечно, тема. Прохладно. Ну, тут если оппонент еще не вышел, то есть либо он там что-то крутое собирает, значит, с респа. Либо там вообще жопа. Оппонента за героя слил. Тут, кстати, непонятно мне вот по просмотру было, где второй замок. Наверное, где-то там. Здесь идет на рез. На соседней. Кстати, крылышки. Привет. Е20.
Кстати, надо еще, может быть, с Гунаром получится доиграть. Не знаю, насчет сегодня, может быть, завтра доиграем. И с Таганашем надо доиграть. Таганаш только ближе к вечеру сможет. Но с Гунаром, если честно, мне так пригорело от той генерации, я, может быть, даже не буду доигрывать у него нафиг партию. Там просто какая-то жесть творится. Так меня обделили с раздачей. А у него там шоколад, у него там луна, там уже параметры, он уже топ убрать собирает. Ну, как с его слов. А с Таганашем, кстати, неплохая каточка должна быть. Кстати, может быть, хорошо, что у топа прихватили, потому что в центре что-то у топ не изобилует. Еще сейчас на 14 уровне какой-нибудь впихнут воду. Еще что-нибудь еще. Да что на третьем этаже это было? Что-то пропустил. А, антимагии не было. Ну ладно. Надо, кстати, сейчас будет калхом пробежаться с разведкой. Можно что подсветит интересное. Прям по дорожке так рвануть им туда. Здравствуйте. Как зарегистрироваться на ХВ? Предлагают ввести название школ магии в правильном порядке. Подсказки по ссылке. Но по ссылке проходить не обращается. Сейчас я тебя попробую найти. Честно, сам не давно не с регистрацией не сталкивался, но периодически у пользователей проблемы возникают. Сейчас найдем. Так. Найдем. Так, чего-то аккаунт, он здесь находится. Заявка на сайт Robinson.com. Изменения. Изменения. Регистрация. Вот регистрация. Ответ на вопрос защитной системы. Вот. Надо ввести вот в таком порядке. Вода, земля, разум, тело. Я надеюсь, видно сейчас, это, подскажите, видно ли ответы на этот вопрос? Картинку видно сейчас на стриме? Ну все, удачи. У нас одним дарком стало больше. Есть Dark 30, есть просто Dark HV, есть Dark iDark 1 теперь.
Айдар. Ну, я так и понял, что с этим что-то связано. А я думал, что сладыши. Ты главный сладыш на форуме. Я забыл пас от ХВ и не помню почты. Меня там удалили уже, наверное. Да нет, логины не удаляются. Ты почту не помнишь или пароль от почты не помнишь? Если ты не помнишь почту, я тебе могу сказать твою почту, если ты не скажешь твой ник на ХВ, который у тебя. Я посмотрю твою почту в профиле. Ну, сейчас, наверное, что-то создатель мутил. Какую-то фигню. Сейчас уже система восстановления паролей старая не работает. Ну, напиши ник свой, я тебе почту скажу, какая у тебя. Е.20 ник. Сейчас попробуем найти. Так. Берем. Картинку со стрима. Так, пока мы тут вазу катаем, пришел ход. Сейчас я тебе это... Вот такой вот, такая вот у тебя почта. Так. Ладно, поехали выхаживать. Оппонент пока не появился. Айслин там светится какая-то вообще стрёмная. Калхом пробежимся. Посмотрим, сначала что-то в гильдии предлагают. Ага, не хватает ртути. Ртути не хватает. Где ртуть найти? А, вот и вот где ты найти. Под ногами валяется. Ага, дали городской портал. Все в городских порталах. Так, здесь архангелы что-то хранят интересное. А, ничего интересного. У кого оппонента? Красные драконы. Оппонента там близко нет даже. Топка. Угу. Калхом пробежимся. Прямо. Топка еще есть. Берем одну муху, возьмем на всякий пожарный. Так сделаем.
Слушай, хороший вопрос. Я что-то оп вообще, наверное, не хочет выходить в центр. Ну, я не думаю, что мы будем как-то в его желании как-то запрещать ему, что ли. Так, поставим больше это. СП. 70 эфритов. Пандора очень крутая. То есть тут либо... Ну, тысяч на 30 она. То есть либо там вся магия вообще полностью вся. Либо какие-то 7-6 уровня войска хорошие. Так, ладно. Пока так. Всем привет, привет. Сергей. Что-то он как-то надо. Ну, кстати, сплэш он не заденет эфритов двойник. А, нет, задел. Что-то думал, что они иммунны к нему. Да грейд уток это для слабаков. А вот антимагия на уток это уже серьезная штука. Бахнем. Так, так, нам предлагают 9 на 6, 140. Да, почему нет? Блин, ну этого не могло не случиться. Ну, мы сейчас их немножко проредим и добьем вивани тычки. Ну, молодцы. Четыре. Даже с морали не долетают. Не будем. Так, интеллект очень нужная вещь. Так, монархов. Да, изначально было понятно, что Пандора там отличная. Ну, спокойненько. Садимся ману пополнять. Отлично. Так. Угу. Пусть так. Ману пополняем. Блэфы. Здесь кунду. Нам надо здесь где-то вот сюда прорваться. Да, у тебя-то, конечно, очень хорошо зашли здесь. Ну да, ну, в принципе, и ожидалось, что Пандора будет очень сильная. Здесь даже и разговаривать нечего, понятно, что было. Понятно, было все хорошо. Так, ну вот он, вот это, видимо, его главный герой. Видимо, может, он на Гошана уже забил.
кстати, надо, пока я не забыл, надо поменять нагрудник. Так, здесь что-то надо. Калит. Пробежимся, может, туда. Так, что делать дальше? Конечно, он может сейчас выскочить и накрыть меня в замке, но это мы тоже как-нибудь переживем. Книгу земли бы отбить. Но, в принципе, если сейчас он не выйдет, у меня будет задача вот эту схавать утопу. Вот этот нагрудничек забрать, вот может быть следующим же ходом, нагрудничек забрать и утопку через ход. Ну, тут уже как бы шибко не это. Сферу-то ничего не одел. Какую сферу? А, воздушную? Ну, кстати, да. Не помешает. Щит не помешает. Щит не помешает. Ну, а этот нагрудник пусть будет такой. Нагрудник пусть будет такой. Все, я передал. Вот, а, надо единичка делить. Хоть лошок просто так не забрал. Так, вот это. Почему нагрудник сменил? Нагрудник сменил, потому что вот этот нагрудник, он дает мне единицу знания. Я специально построил гильдию магов в замке, чтобы при переходе хода, если герой находится в замке, где отстроена гильдия магов, он восполняет весь запас маны. То есть эта штука дает плюс одну ману, плюс один ко всем, ну, соответственно, и к знаниям. А это просто к силе. Поэтому логично, что именно здесь мы поменяли. У нас сейчас будет 137 маны полностью, полный запас. Если он, конечно, сейчас не хлопнет нас. Но опять же, если он еще нас, еще да, во-первых, пусть еще дойдет, во-вторых, пусть еще и убьет. Здесь, кроме утопы, сильно поживиться нечем. Поэтому у меня есть еще даже вариант, может быть, развернуться на утопу, на эту, и книгу земли. Или все-таки... Так. Ну что в коробке было? В коробке было 15 грейженов виверн. Вот они. Нам, кстати, можно еще пару дней ватку покатать, и еще мы всех виверн загрейдить сможем. Сколько там циклопов за нагрудник топовый? Циклопов? Ну, не соврать, где-то около 40 должно быть их. Глэд 48, 48 регион, наверное. Так, ну, сейчас, в принципе, наверное, он сейвить собирается. Ну, не факт, конечно. Нам надо еще замок построить, кстати. На минуточку. Я что-то так уверенно прошел мимо руды, которая валялась. Что, типа, нам ее хватит. Ну, две шахты 4 дадут. Этот еще возьмем. Минимум 5. Да не, на самом деле мы уже несколько часов играем с ним, поэтому... Что бы и не засейвить. Вот тут бы проходик был, было бы шикарно.
Я думаю, что мы все-таки пойдем к нему навстречу, возьмем вот этот и вот этот нагрудник заберем. То есть, если он выйдет, ну, выйдет, примем бой, ничего страшного. То есть, вот этих еще ложком можно чикнуть за гнойный кистиль. Если он не выйдет, ну, дальше все, утоп он уже отдаст, и все, уже его уже ничего не спасет. Мы, наверное, даже можем как сделать. То есть, если мы снаряда куда добежим, опять же, если заберем здесь, встанем где-нибудь, то можно еще и улик прихватить, а может и утоп ложком. А может быть, он сейчас на разгон встанет, мы его поймаем просто, убив его. Кстати, чуть-чуть не хватило до левелапа. Это если бы я, когда дрался с питами, я бы заставил бы каждого призвать демонов, тогда бы хватило. Ну, чтобы больше опыта. Но я тогда даже не думал о таких мелочах. Точнее, думал, но решил забить. Я вышел на 1.25 с разгона. То есть на 1.24 я взял утопу, на 1.25 я вышел. Не сильно темпово, конечно, но чем богаты, тем и рады. Что насыпали, то и собрали. Ну, понятно, что он позже, потому что он еще не вышел. А вот и он. Вот и дядя Гоша идет. Гашан тут уже с ангелами. Я все-таки, блин. Тимвьювер упал. Вроде соединение установить удалось, но нет.
Что за хрень? Ну, сейчас это. Мы, он противнику надо уйти. Сохраняем. Возможно, чуть позже мы продолжим. Пока не знаю. Тогда стрим на этом заканчиваем. Может быть, сегодня будем добить Гошана. Я думаю, ну, Гошан встал на разгоне с ангелом. Типа на следующий ход, чтобы подвести прирост и все такое. Ну, мы его сейчас примем просто, да и все. И не будем затягивать ничего. Мифал у нас как раз дойдет до туда. Я не думаю, что он там имбой какой-то обвешался. И у него так много скелетов. Мы его... Да даже нам количество скелетов против 50 виверн что-то как-то это. Не знаю, что он там должен показать. Но тем не менее, на разгоне его все равно надо ловить. И армию на ложке, возможно, где-то тоже. Тем более, у нас сейчас полная мана будет, поэтому не боюсь я его. Ладненько, все, спасибо всем, кто смотрел. Возможно, сегодня продолжим, может быть и нет. Вот, следите за анонсами, ставьте follow, чтобы видеть, когда стример начинает трансляцию.